Внимание рыбакам, которые в обход закона любят выезжать на лед. Сегодня ночью у речки Ягорки перекроют место несанкционированного выезда. С помощью спецтехники сформируют снежные валы. Тем, кто не успеет пересечь границу, рискуют застрять по ту сторону водоема. Тем рыбакам, которые привыкли добираться до лунки на личном транспорте, дан стоп-сигнал. Сегодня в 23 часа у речки Ягорки перекроют нелегальный выезд на лед. Сейчас на Зимнике проходит подготовка к необычной спецоперации. Будет подготовлена масса снега для блокировки проезда, да? То есть всем, кто находится на льду сейчас, в настоящий момент, то есть до вечера они выйдут оттуда. И вечером уже, когда все люди покинут лед, на автотранспортных средствах, соответственно, как бы, если они проедут через нас, то они будут привлечены к административной ответственности. А именно, грозит до 2000 штрафа. Это место для самовыезда нарушители облюбовали давно. Подъезжают со стороны воинской части и ГСК «Волна». Осуществить идею полицейских подстегнуло и то, что начал таять лед. За помощью обратились к спецавтохозяйству. Ночью будет привлечена тяжелая техника для засыпки несанкционированных выездов на лед. Это сформированы снежные валы для того, чтобы избежать выезд на лед. Я думаю, достаточно будет одного кировца. То есть мы сейчас подготовим кучи и ночью просто закроем выезд. Работники спецавтохозяйства сообщили, с подобной просьбой полицейские к ним обращаются впервые. Однако идею оценили и решили внести свой вклад в борьбу с непослушными гражданами. Елена Киева, Александр Сенков, Вестник Северодвинска.